Знакомьтесь, это Яша. Сотрудники приюта «Поводок» нашли его щенком на улице вместе с братьями и сестрами. Все они уже нашли свой дом, а Яша до сих пор живет в приюте. Яша очень энергичный и веселый пес. Хорошо общается с людьми, быстро привыкает ко всему новому. Очень любит гулять и общаться с другими собаками. Не агрессивный. Ему нравится внимание окружающих. Яша любит, когда его гладят, бегают вместе с ним и играют. Он очень послушный пес, к которому легко найти подход. Яша знает базовые команды, с ним будет комфортно и в городе, и в долгих поездках. Для настоящего собачьего счастья Яше не хватает дома и любящих хозяев. Он ждет вас в приюте «Поводок».